Привіт усім глядачам телеканалу М-Студіо. Сьогодні в гості до нас завітала людина, яка з легкістю може дати відповідь на питання, чому вам, до прикладу, сьогодні не щастило у робочих моментах, або навпаки, за що ви тільки не бралося, все виходило на ура. Не лякайтеся, мова не про екстрасенса або мага. Сьогодні до нас завітала чудова жінка на ім'я Ірина Пивоварчук, яка професійно займається астрологією. Доброго дня! Здравствуйте. Сьогодні ми будемо спілкуватися про те, що несе нам рік, 2019 рік земляної свині, наскільки я не помиляюся, так? Да. Чи можете ви зробити такий загальний прогноз про те, чого очікувати нам? Да, конечно. Год жовтої свині, який наступит в перше новолуние, 4 февраля 2019 года в 23 часа 3 минуты киевского времени будет действительно годом желтой земляной свиньи. И этот год принесет людям очень много нового, очень много благополучия. И многие проблемы, которые были раньше, они разрешатся как-то сами собой, потому что свинья – это мирное животное. И вы не думайте, что свинья, она... Ну, грязная. Она очень чистоплотная, а грязью она пользуется только, когда хочет избавиться от паразитов. Если вы знаете, свиньи в Англии используются для того, что они в земле находят очень дорогие трюфеля. Ну, чтобы вы знали. И чем интересно, что год свиньи даст каждому отдельно? Этот год будет связан с тем, что восьмерка, летящая звезда, она прилетает в центр квадрата. И будет на все сферы жизни давать деньги. То есть заработок будет, если вы целенаправленно готовы работать, не так рывками, а вот поставить себе цель, и медленно-медленно будет улучшаться благосостояние каждого, кто захочет в этом году заработать и иметь деньги. Некоторым знаком деньги неожиданно появятся или в виде наследства, или в виде инвестиций, или в виде каких-то подарков. Но год в этом... будет очень хорошим. Какие-то вопросы? Вот что конкретно интересует? Ну, дивіться, поза кадром ви мені говорили, що цей 2018 рік є завершаючим, тому що є 12 представників східного гороскопу. Чи означає це, що всім варто якісь свої справи завершити? Ну, в принципі, до Нового року всім варто завершати якісь справи, але чи означає це щось особливе для кожного знаку зодіаку? Вы правильно заметили, год действительно завершающий, поэтому если у кого-то есть дела, которые надо завершить, их надо завершить сейчас, потому что следующий год будет металлической крысы, и пойдет напор энергии, и просто все будет закрываться хаотично. Поэтому сейчас еще есть время, тем более это будет сам год свиньи, включится ритмы 4 февраля 2019 года, поэтому... Пожалуйста, закрывайте все, что можно закрыть. Доделывайте дела, которые можно доделать, потому что оно очень легко доделается. И что очень интересно, подготовьтесь к Новому году заранее. Не так, чтобы в последний день вы метушились, потому что этот Новый год надо встречать отдохнувшим. Да. Тобто варто готуватися, напевно, не 31-го, да. А 30-го до Нового року? Ні, можна вже готуватися і підготувати квартиру, обрати місце, де ви живете. Вот это, кстати, этот год, что очень, на что надо обратить внимание, если есть посуда со сколами, если есть посуда с трещинами, то, пожалуйста, ее без сожаления от нее избавьтесь, вынесите ее. Из квартиры, из дома, потому что будет отток финансовой энергии. Затем, что хорошо еще сделать? Если вещи, которые вы не носите, или вы чувствуете какие-то с ними связанные неприятные воспоминания, их тоже лучше вынести из квартиры. Тобто попрощаться с усім, попрощаться с негативными, негативные моменты. Да, подвести итоги прошлого, потому что... Потом ждет Новый год, и по-любому в этом году скучать не придется никому. Год будет интересный, вот для всех знаков, без исключения. Ну, напевно, навіть ті люди, які скептично відносяться до астрології, все одно, коли з вами зустрічаються, дізнаються, що ви астролог, одразу задають питання, а що мене очікує, правда? Правило, напевно, от більшість глядачів, кожен має свій знак зодіаку, кожного цікавить, що йому очікувати. Чи є щось таке, на що б ви хотіли акцентувати увагу? Наприклад, завжди людей цікавить матеріальне збагачення, здоров'я, якісь глобальні зміни у житті. Чи можете щось таке згадати для кожного знаку зодіаку?
зодиаку? Ну, для каждого знака зодиака, ну, конкретно вот для овнов, этот год наконец-то станет решающим в заработке. Они подведут итоги, и будут у них проблемы небольшие с недвижимостью, которые они очень легко смогут решить. Главное просто правильно расставить приоритеты. У них будут вопросы переездов, вот, но и в то же время будет получение новых знаний, которые принесут им потом дальнейший нормальный заработок. Это касается овнов. У тельцов тоже будут это интересные изменения, потому что в знак тельца конкретно войдет планета Уран, и она войдет туда на 7 лет. Вот, и у них есть очень много интересного, они могут изменить полностью свое окружение, свой стиль, свои виды заработков, получить новые инвестиции, будут новые интересные поездки. Это конкретно у тельцов. Я так розумію, що саме цей рік є якимось визначальним для тельців, якщо вони змінять щось цього року, то так буде наступні 7. Чи я неправильно зрозуміла? Ви правильно поняли, тільки 7 марта 2019 року цей ритм включиться для нашої країни, для України, тому що ми теж по тільцям, ми к этому вопросу подойдем немножко позже. Але це ключове событие года. Угу. Вот Уран переходить на 7 лет із знака Овна в знак тільця. И уже будет там без возврата знак Овен. И что это принесет? Это принесет изменения также близнецам, вот, которым не хватало общения, или общение было не такое комфортное, как бы им хотелось. Будет много новых друзей, много новых оригинальных идей, много будет продвижения в бизнесе. Они смогут заключить договора за границей, могут получить инвестиции удачные в себя. То есть то, что им бы хотелось заранее, когда-то, если они стеснялись или как-то боялись об этом подумать, сейчас можно смело об этом мріяти, задуматься, да. І починати це все втілять в життя. Угу. Раком, у раков этот год, у раков и козерогов по позиции, там будет просто затмение на этой оси, рак, козерог, затмение будет в этом году 5, и они затронут сферу первого седьмого дома, это проявление себя как личности, проявление партнерства, проявление... Человек будет задумываться о том, как он выглядит, о стиле подачи себя в жизни, о том, кто он, кто в этой жизни. Ему надо будет научиться быть самим собой. Очень большие перспективы у незамужних и неженатых раков, козерогов, потому что события будут кармические, притянутся люди, которые для жизни будут им хороши, с которыми они могут продолжить дальнейшую свою жизнь на этой планете. Может быть, семья хорошая, браки будут заключены в этот период благоприятный, потому что планета Венера и Марс в этом году не будут иметь периода ретроградности, то есть будет прилив жизненных сил. Но это будет у всех знаков зодиака. У львов будет тоже, как говорится, карт-бланш. У них будет возможность получить, заработать больше денег, улучшить свое благосостояние, пересмотреть круг общения и начать больше помогать людям. Девам надо немножко задуматься о своем, не то что поведении, так бы скажем, а те романы, которые могут быть со стороны, не надо отказываться от прошлого, потому что новое оно может быстренько исчезнуть, а старое разрушить легко, уже новое будет сложно восстановить. Но для дев хорошо общение, поездки, бизнес онлайн, кстати, очень хорошо. Все будет связано, больше связано с ноутбуками, с этими, с виртуальными, с IT-технологиями. Весы в этом году тоже смогут найти свою половинку, но им надо перестать колебаться, потому что есть даже такое выражение, что если человек колеблется, да, лучше отойди, потому что заколебаешься вместе с ним. Так вот это касается конкретно весов, им надо наконец определиться, что конкретно они хотят. И тоже одинокие весы в этом году могут приобрести семью, и рождение детей может ждать. У скорпионов карт-бланш в денежном варианте, в развитии бизнеса, потому что Юпитер, звезда королей, будет у них проходить по дому, по второму дому, дому финансов, дома денег, дома богатства. Поэтому для скорпионов это очень хороший год именно в плане повышения не только финансового благополучия, но и здоровья. Конечно, любимчики будут стрельцы на целый год, потому что Юпитер у них идет по первому дому. Он находится в знаке стрельца и будет там до 2 декабря 2019 года. А потом перейдет во второй дом, который даст еще и финансы. Единственное, что на что надо обратить
внимание стрельцам, так это на то, на переедание, потому что Юпитер, он дает много всего, то есть дает изобилие, деньги, дает власть какую-то, дает какие-то приоритеты, подарки, то есть можно получить все, что хочешь, выигрыши в судах, в каких-то вопросах, но вес, то есть оно дает расширение, еды много, и можно набрать вес, поэтому надо очень осторожно. Козероги наконец-то тоже выйдут из своего пике, в котором они были. Ихние вопросы денежные тоже разрешатся благополучно. Единственное, что надо, отдать долги. Но это всем знакам зодиака, а козерогу особенно. То есть если есть долги и есть возможность их отдать, их надо отдать. То есть не думать, что я вот там эту сумму так на что-то, а потом как-то отдать вот сейчас. Желательно до 4 февраля. И тогда будет, как говорится, карт-бланш. Водолеи. Вот водолеи, у них тоже хороший год, но немножечко нахождение там знака Лилит, в знаке Водолея, до 2 мая 2019 года будет создавать впечатление, ну, вроде бы все хорошо, да, а вот как в великолепном там заварнике завариваешь чай, да, а оттуда всплывает таракан, которого там быть не должно. Вот это вот единственный нюанс, надо на него не обращать внимания. А знать, что все будет хорошо, будет выяснение с друзьями отношения, возможно, вот, возможно, из прошлого притянутся люди, с которыми надо будет тоже решить вопрос. Ну, понять, что прошлое уходит, а в будущем надо быть более миролюбивым, идти на компромиссы. Деньги хорошо, водолеев, что возможно, частые переезды или жизнь на две квартиры. То есть, допустим, летом ты на Мальдивах или на Таити. Ой, какие втешние прогнозы. Да, а зимой ты в Киеве мерзнешь в квартире, как-то так вот. Но все равно год хороший будет. Потом подорожі. Подорожі, да, ну по роботі. То есть, возможно, эмиграция, кстати, или по роботі, или вынужденная эмиграция, когда придется вот собирать вещи и куда-то быстренько ретироваться, чтобы, ну, улучшить свое благосостояние. Затем, что там интересно, рыбы. У рыб тоже интересный будет момент, но немножко будет сложно, потому что Лилит перейдет в их знак, и им надо будет уделить внимание своему здоровью больше. То есть пройти какую-то профилактику, желательно до мая этого года. И тогда у них есть шанс развиваться нормально, не бояться. И рыбам надо избегать темных мест, подвалов, то есть, ну, лучше там самому не находиться. Ну, а так в целом год для всех будет неплохой, скажем так, потому что... Единственное, на что я бы хотела обратить внимание, чтобы люди все были осторожны в горах. Потому что свинья, она земляная, но знак идет иероглиф, и свинья на воде находится. То есть стихия земля-вода, и получается, что земля сверху, то есть она немножко гасит эту. Поэтому возможно, как всегда, сдвижение почвы. То есть это осторожно. Могут быть небольшие наводнения, ливневые дожди, потому что огня мало. Огонь будет только в 2025 году. Поэтому обратить внимание на воду, которую мы пьем. Надо желательно там фильтры или что-то вот это. Вот если не знаете, откуда вода, лучше или прокипятить, или лучше вообще ее не пить на этот момент. Потом, что там еще интересного именно по вот этим моментам. Мир наступит, но он будет, как говорится, лучше плохой мир, чем хорошая война, да, вот так вот. Но он из-за того, что так вот стихии немножко в конфликте, будет такое, что он будет скрытый, но как бы с враждебным вот подтекстом. Возможно, все равно небольшие теракты, но это не у нас, а в странах Европы, вот США и в других странах, там Франция тоже будет затронута. У них это все возможно, но там они найдут способ борьбы с терроризмом, то есть, ну, это будет возникать периодами. Так, але мы не будем про погано. Ні, там все будет хорошо, если этого будет, потому что у человека просто накопилось, оно выйдет, и все как фонтан, и все на этом закончится. Так. А про глобальные зміни, які нас очікують, ми поговорили, а про те, що очікує нас найближчим часом зустріч нового року, і дуже часто, особливо жінки, приділяють увагу тому, в чому зустріти новий рік. І цей рік, наскільки мені відомо, варто зустрічати в якихось кольорах жовтих, земляних. Що це дає людині? І якщо ти все-таки вирішив або вирішила відмовитися від такого кольору, до чого призведе, наприклад, якщо ти зустрінеш у чорному, в білому або ще в якомусь кольорі? Ну, черно-белый цвет, они тоже связаны с землей, как этот, как инь-янь, там ничего такого страшного не будет. Но
год свиньи, чем он хорош? Мы по-любому мы ждем праздника, мы ждем чудес. Перед каждым Новым годом это каждый ждет этого чуда, хочется праздника. И хочу сказать, что если есть возможность, не надо экономить вот в этом году на накрытие на стол. Потому что желательно, чтобы была праздничная скатерть, чтобы были изысканные салфетки. Желательно, если есть возможность, красивые желтые свечи или золотистые свечи. Их даже можно вот поставить какую-то глиняную посудину с водой и вокруг нее поставить свечи. Это тоже вот будет хорошо. Потом, что там хорошо было бы иметь? Новая посуда и желательно белых тонов, но не такая, что красный тона лучше не надо. Потом одежда должна быть продумана до мелочей, потому что вы можете быть в каком-то нарядном платье, а можете быть в комбинезоне, в каком-то струящемся чем-то. Если, допустим, идете на корпоратив уже с работы, то это деловой костюм, но с какой-то деталью или подбором бижутерии. Ну, бижутерия должна быть дорогая, или это должны быть золотые украшения из этих вот знаков. Тогда оно принесет как бы финансовое благополучие, потому что издревле, да, делали копилку в виде свиньи. Как бы там ни было, почему? Она накапливает богатство. И поэтому на этот Новый год на стол желательно поставить, если есть, каштаны, бобовые какие-то. Вот, очень должно быть разнообразие салатиков. Салаты можно делать из кукурузы. Очень много оно пойдет на этот. Исключить что нельзя? Вот свинину надо исключить. Свинину, сало, нарезку, которая связана с бужениной, вот это надо исключить. И птицу тоже не надо, потому что говорят, что деньги улетят. Могут улететь. А это стосується кожного року? Нет, чи лише саме цього? Это вот именно сейчас год свиньи, потому что свинина может, так сказать, обидеться, хотя изображение вот можно украсить в форме свиньи. И если человек, кстати, вот змея, ему нельзя дарить в этом году изображение свиньи, потому что притянутся проблемы. И на Новый год я просто сейчас сделала тут небольшую этот, чтобы можно было бы поставить. Блюдо хорошо из моркови и рыбы. Вот, кстати, это должно быть изобилие. Потом десерты, фрукты, выпечка. Свинина исключается. Должна быть сервировка стола, должна быть празднично. Должен ощущаться, что это все-таки праздник. Яркие свечи. Изысканная посуда, копилку, копилку и свиньи, если вы приобретете, но вы должны ее купить сами, то есть не должны ее вам подарить, а желательно купить самим и положить туда, вот когда вот бьют куранты, положить туда какую-то монетку или купюру. Еще желательно, чтобы в карманах, вот, если вы хотите быть богатыми, так говорится об этом, что надо иметь с собой какие-то купюры при себе, тогда вот будет благополучие, деньги будут приходить гораздо легче. Орехи, можна ягоди, гриби, то, що доступно, то, що на столі. Дуже часто люди думають, якщо вони народилися у рік, до прикладу, свині, то цей рік буде приносити їм виключну удачу. Да. Це правда. Да, кстати, вони будуть фаворитами, одними із лучших, тобто їм гроші будуть приходити легше, але якщо вони не будуть лінитися, тому що свиня, крім того, що вона... любознательная, любит работать, но если она начнет лениться, тогда она может это потерять, и тогда год ей мало что принесет, а принесет какой-то не то, что оттока не будет, но не будет большой прибыли. То есть так. Свиничать не надо. А, до речі, ви трошечки зачепили тему подарунків. Чи можете сказати, що варто, в принципі, дарувати на Новий рік, а чого не варто ніколи? Ніколи не дариться ні на Новий рік, ні на які праздники не дариться часи, не дарится тапочки, не дарится полотенца, то, что не рекомендуется. Это точно не дарится. А что краще подарувати? На этот год бы хорошо, как ни странно, подарить цветок живой в горшке. То есть он должен быть не срезанный цветок, а такой, что он будет расти, его потом можно будет пересадить это на этот год. Потому что талисман этого года все-таки не свинья, как говорят многие, что это изображение там или фигурка свиньи. Нет. Это может быть копилка, как исключение, если вы сами себе купите. Хорошо, дерево денежно, но его купить надо тоже самому. Его можно там украсить какими-то красными ниточками. Собі подарунок зробити. Да, зробити собі подарунок. А так вообще, что хорошо дарить? Пледы теплые, вот такие теплого такого тона. Можно песочные, может быть терракотовый, коралловый. Там очень много разновидностей. В этом году немножко будет в связи с тем, что добавляется вода,
после года собаки будет расширение в цветах, то есть будет добавлен зеленый цвет, травы, пастельные тона, не очень яркая такая сочная зелень, а пастельные тона, которые тоже будут приносить удачу. Потом что там? И единственное, что, конечно, все должно быть, выглядеть по-богатому. Просто украсить там в зависимости там украшения, дождик возможно потом поставить, потом, кстати, запах мандарин обязательно. Вот мандарины это даже можно просто вот разломать, взять вот такую вот штучку, просто ее расчистить, и будет, чтобы запах витал вот новогодний по всему дому. И потом что, конечно, елки. Елку, если есть возможность, маленькую посаженную в это, чтобы можно ее было потом посадить. Вот это оно принесет тогда финансы. Дуже слушна порада. Також говорять, як Новий рік проведеш, зустрінеш, так його проведеш, а ще кажуть, як проведеш 12 днів січня, перші 12 днів, таким будуть і 12 місяців. Чи правда це? Ну, здесь спорний вопрос, тому що этот год новий, який ми празднуємо, календарний год, зміна, це внес Петр I в 1700 році. Это не является астрономическим Новым годом. Астрономический Новый год у нас будет все-таки весной, 21 марта, когда будет день весеннего равноденствия. Вот, и поэтому эти дни там привязаны к одному, конечно, событию. Но вы можете наблюдать просто как погода. А то, как вы проведете, все равно эта смена идет календарного ритма. Надо быть просто при поднятом настроении. Но привязка к тому, что так и будет, нет. Это не те ритмы немножко. Но праздник мы все равно... Для себя мы делаем праздник, потому что когда зима, все-таки все природа засыпает, снег, и хочется тепла, хочется уюта, и мы имеем право себе его разнообразить и сделать праздники. Ну і на завершення хочеться запитати, напевно, зараз більшість людей цікавить не так їхня доля, а як доля України загалом. Чи можете поділитися втішним прогнозом для нашої держави на 2019 рік? Да, вы знаете, у нас очень многое будет меняться в нашей стране, потому что наша страна, вот есть гороскоп Украины, потом мы, может, посмотреть его будет поближе, планета Уран, которая планета переворотов, новшеств, изменений, она 7 марта на 7 лет войдет в знак Тельца. И за это время нас ждет очень много изменений, очень много, даже просто невероятно много. И поэтому, значит, что я хотела бы сказать, что изменится... У нас это легализация будет проще происходить, будет получение проще грин-карт и на выезд, кто хочет поехать. Будет развиваться международный бизнес, возможно, переезды каждого, кто захочет. У нас, значит, что будет? Выборы у нас состоятся, как бы это ни было, все равно все эти... Международные фонды нам выделят деньги, мы все равно их получим, хотя бы я бы, конечно, советовала пережить какой-то период и не получать, но тем не менее, раз нам дают, мы все равно их получим и будем их использовать. Будет что? Будет освобождение. Кстати, очень обновится Верховная Рада, будет обновление, пойдет молодой электорат, вот, потом будет... Полностью молодая команда, которая придет, она будет очень много поменять в лучшую сторону, будут учитываться интересы каждого украинца, который живет на Украине. К сожалению, Крым он так и останется на той ситуации, на которой он находится. А вот ситуация с Донбассом, ну не сейчас, а в 2019 году, после 7 марта, она будет немного заморожена, и в 2020 году она должна быть полностью решена. Все-таки у нас страна, сама, как бы вам ни казалось странным, у нас страна все-таки военная, и поэтому это не значит, что мы будем бросаться на всех и каждого, но у нас будет полностью обновлена армия, у нас будет обновлено оружие, то есть хочешь мира, готовься к войне, вот повысится патриотизм у каждого живущего у нас, потом что еще у нас будет, изменится... Вот как молния будет независимость от всех, и будет финансовая независимость. В итоге мы будем независимы и от Европы, и от всех остальных, которые нам мешали. Так что вот так. У нас очень много будет шансов, потому что планета везения и удачи будет в 8-м доме. Это дом чужих финансов, то есть нам будут помогать и будут инвестировать в нашу страну. И хорошие доходы будут от бизнеса, восстановится сельское хозяйство, будет восстановлено, будут новые технологии развиваться, будут подключены новые IT-технологии, будет реформа, денежная реформа будет, и у нас будет решен вопрос с коррупцией.
Вот, так что Украину ждет хорошее будущее, но сейчас надо потерпеть. Конечно, темна ночь перед рассветом, все, что возможно, стараются делать, но с этой ситуацией, которая сейчас есть, она должна разрешиться сама собой, так как вот текущие моменты. Ну, надеемся только на позитивные изменения. Будут позитивные изменения по-любому. Немножко сложно пройдут, конечно, выборы, но ничего страшного, все равно команда поменяется. Дякуємо, дуже гарно, що завітали до нас у студії, поділилися цікавою інформацією. Ми бажаємо вам успіху та процвітання не тільки у 2019 році, а й всі наступні роки. Спасибо большое. І з вами прощаємося, дорогі телеглядачі, і бажаємо вам всього найкращого. Нехай господині 2019 року буде прихильною до вас, незважаючи на те, під яким знаком зодіаку ви народились.